мы шли-шли, гуляли-гуляли и пришли на Китай-городскую стену, ребят. Здесь экспозиция оружия, даже какие-то всякие исторические плакаты. И здесь звуковое сопровождение. Да, и здесь еще что-то вещают. Что вещают? Класс. Шикарно. Москва лучше всех городов на Руси. Такой-то внезапно у нас с вами получился видосик. Новая жизнь крепости. Вот, почитайте. На паузе почитайте. Экспозиция подземного музея Зарядье. Там еще подземный музей есть. Колонна. Да, это очень похоже на ту экспозицию, которая в Коломенском Кремле. Тоже там на стене такая же экспозиция, только там стена выше, чем здесь. Смотрите, как прикольно. Вот всякие исторические, тоже историческая информация всякая. Вся история, собственно говоря, в этой прекрасной Китайгородской стены. Надо же. Вот тут такие вот большие штуки. Такие классные штуки всякие разные. Вот тут информация про эту штуку. Да, мы сегодня без камеры, ребят, поэтому будет коротенький видосик. Уж как получается. Мы не планировали сегодня ничего снимать. А вообще, на самом деле, мы куда-то вчера запихнули камеру и не можем теперь ее найти. Так что приходится снимать на ходу прямо на телефон. А я думаю, вам все равно будет интересно. Такие вот. О, там можно выглянуть. Машинки. Вот. А вот здесь выход. Вот мы прошли эту всю стену. А здесь у нас начинается Зарядье, парк, концертный зал. Ну и вот выход.